Итак, друзья, Halo 4 вышла на PC. The Master Chief Collection обновили на Xbox Series. Ну и выпуск сборника Halo The Master Chief Collection для PC завершился. Четвертая часть поступила в продажу в Steam. Она продается всего лишь за 259 рублей, тогда как вся коллекция 725. Что входит? Halo Combat Evolved, Halo 2 Remake, Halo 3 Remaster, Halo 3 ODST Remaster, Halo 4 Remaster, Halo Reach Remaster. Ну и есть еще и вот такой вот ролик в 4К, который грех не посмотреть. Конечно, графика не удивляет. Я прошу прощения, что... Я не показываю ролик по весь экран, потому что GeForce Experience немного подтупливает и не показывает. Но видно вот прямо графика старая. Но тоже, в общем-то, неплохо. Я, конечно, не понимаю смысл в ремастерах, да, потому что непонятно, что же там изменяется. Ну, как бы, отличие от оригинала, лично, на мой взгляд, не очень много. AIs deteriorate after 7, Chief. That's not going to happen. No, won't be. Among us! 25 классических карт, то есть еще игра по сети, но тут уже видно, что... Ох, игра как будто из начала 2000-х. Вот графика просто... Attack Humanity. Ну, конечно, спасти человечество, но это за кост. Так что, друзья, Halo 4 теперь на PC. Фанаты оценят. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.